Следующий вопрос какой? Ваш вопрос. Здравствуйте, многоуважаемый Олег Геннадьевич. Я периодически смотрю ваши лекции, они меня немножко заземляют, когда я особенно духовными практиками занимаюсь, и говорят же... Да, я приземленно очень говорю все время. Ну, чтобы не улететь, и вы просто мягко напоминаете, что я все-таки семейный человек, и не нужно уходить так сильно в духовную практику, потому что... А вы не понимаете, что духовная практика? Ну... Духовная практика... Это не то, что ты где-то в небесах летаешь. Духовная практика, она очень практична. Она касается только ваших близких. Вот только через них вы Богу докажете свою искренность. Потому что люди приходят в храм, там они как Божьи одуванчики порхают, там каются, молятся, радуются. Потом приходят домой, варежку открывают на близкого человека. А вот именно там и проверяется твоя вера. Вот если ты реально в Бога веришь, ты тогда с тем человеком, который тебе Бог дал, будешь практиковать духовную жизнь, означает строить отношения с теми, кто Бог тебе дал. А не означает что-то там куда-то ходить, летать где-то в облаках. Это все не духовная жизнь, вы ошибаетесь. Через йогу я имею в виду и простирание вот эти, какие-то... Это для чего йога нужна? Йога переводится как связь. Чтобы энергию поднять, чтобы... Нет, она нужна для того, чтобы вы могли выполнить то, на что Бог рассчитывает. Вот Он рассчитывает, что вы будете любить ближнего, как самого себя. Мы себя очень сильно любим. Вот Он рассчитывает на это, а все практики, связанные с Ним, предназначены для этого. Но если вы считаете, что йога предназначена для того, чтобы научиться духовно балдеть, вот есть материальный балдеж, а есть духовный. И если вы считаете, что йога означает научиться духовно медитировать, пошли все нафиг, я йогу занимаюсь. Нехорошо. Я разок аутогенной тренировкой занялся, мне было 12 лет, и я повторял, я солнце, я большое чистое солнце, сливался с солнцем, я медитировал. А у меня хорошие способности, я прям светился весь, такой сидел. И мама подходит, говорит, солнышко, помой посуду, пожалуйста. Я такой, мама, блин, ты видишь, я солнце, какая посуда? И мама такая огорчилась, говорит, ну ладно, сынок, я сама помою. Я так, мне что-то плохо стало, я подумал, какое я солнце, если я даже... Посуду помыть маме не могу. И как тогда справиться с внутренним конфликтом как раз-таки? Вот. То есть с внутренним конфликтом мы справляемся через молитву, через медитацию. Но именно это я и говорю, что мы это делаем с целью удовлетворить Бога в отношениях. То есть мы идем на медитацию для того, чтобы потом прийти назад в семью и сделать то, что Бог хочет. Вот для этого мы идем на медитацию, а не то, что мы типа как бы пошли все нафиг. Я одной жене сказал, что я ко второй жене, второй сказал, что я к первой, а сам на чердак учиться, учиться и учиться. Нет, мои хорошие, это не то, что Бог хочет. Хочется реализоваться, но есть страх, блок такой, и оно мне... Это не страх, это особенность... женской психики. Есть мужская психика, есть женская. Женская тайная, ее очень трудно распознать даже женщине самой. А мужская явная, тоже тяжело. И здесь все очень просто у женщины. Я сейчас вам скажу, как женская психика работает. Женщина, она должна сначала всю схему понять, а потом начинает действовать. Вот, допустим, чем вы хотите заниматься? Я пока как... Не лечащий студент, но изучаю там универы сейчас. Ну чем вы хотите, врачом быть? Нет, распространять также знания. Хотите лекции читать? Лекции читать и йога, и Вот вы должны сначала оформить мысль, чего вы хотите, чем вы людям хотите дать. Потому что если я что-то хотела, меня один человек спросил, Олег Геннадьевич, а может быть миссия, допустим, кушать или спать? Или сексом заниматься. Я говорю, нет, это не миссия, это удовольствие.
А миссия — это служить людям. Вот что вы хотите для людей служить делать? Служить людям через лекцию точно так же и преподнести преподавать, знания. Передавать знания. Да. Хорошо. Вот вы оформили мысли. Теперь вы должны знать, что у вас женское тело, не мужское. Вот если мужское тело, сразу мужчина там чуть-чуть изучил, выходит на сцену, говорит: я юридический врач в пятом поколении. Я сейчас пока молодой, но я в прошлых жизнях этим занимался. Ну, начинает вешать лапшу на уши. И потом у каждого юридического врача есть свое кладбище, когда как бы он как бы всех полечил там. Вот, он становится опытным уже. Вот так это мужчина развивается. Теперь как женщина развивается? Она очень близка к Богу, женщина. У нее сильная совесть, она боится навредить, у нее природная вот такая чувствительность сильная. И она должна изучать, практиковать под чьим-то руководством до тех пор, пока она не придет к тому, что она все знает вот в этом направлении. И когда это знание утвердится, она легко идет и преподает. И не надо думать, что типа мне уверенности не хватает, дайте мне уверенности. Причем тут уверенность? У вас женское тело означает, вы не будете действовать как мужчина. Вы сначала все поймете, а потом пойдете и будете преподавать. Потому что у вас будет точное представление об этом. Пока у вас точного представления не будет, придется учиться дальше. Не уверенность увеличивать в себе, а дальше изучать, изучать и изучать. И когда вы уже научитесь, вы сможете легко пойти и начать читать лекции. Легко просто, без проблем. То есть женщине мешает это сделать недостаточная квалификация. Женщина не учится на ошибках. Она не любит ошибок вообще просто, терпеть их не может. Она учится у кого-то, поэтому Бог женщине дал очень светлую способность верить старшим. Вот мужчины так вообще не могут верить старшим, как женщины. Вот, допустим, как лекции слушать? Мужчины слушают лекции. Вот первый раз мужчина кто-нибудь пришел? Есть первый раз мужчина пришел? Вот, хорошо. Вот первый раз мужчина слушает, он смотрит внимательно и думает: дурак, не дурак, дурак, не дурак. Не надо, я не буду вас спрашивать, я просто знаю. Женщина, когда она первый раз пришла, кто первый раз женщина, вообще никогда не слушали мои лекции? Есть женщина? Никогда не слушали, да. Вот, женщина, она сердцем такая, мое, не мое, мое, не мое. Мое, не мое. Вот сидит лекцию, все, вот так думает, мое, не мое, все. Мужчина дурак, не дурак. Понимаете? И женщина, когда поверила, она вот так берет и впитывает в себя все, как губка, и у ней полностью она выстраивает картину жизни, такая, все, у нее как бы перестраивается все. И она приходит домой уже другая. Она говорит: все, теперь по-другому живем мужу. Поднимите руку, кто вчера пришел и так сказал своему мужу. Вот, ведь все, теперь по-другому живем. Потому что у женщины новая картина мира после лекции. Она вот выстраивает все заново. И она как губка впитывает все, такая вот, в себя берет все. Поэтому у женщины очень глубокая способность слушать. Очень глубокая, природная. И она все это фиксирует, потом передает своим детям. Так Бог устроил, что женщина берет, как губка впитывает, потом то же самое детям передает. И девочки маленькие слушают так же, как мама. Они все впитывают, делают, как мама сказала. А мальчики, они слушают, делают по-своему. Потому что мальчики учатся на своем опыте, они не на словах учатся. Они сравнивают потом. Как у меня лечились камнями, в Москве еще давно на Арбате я работал, там пришла очень из богатой семьи такая девушка. Она, ей подобрали камни, она поносила, ей понравилось. Привела мужа, а муж очень любит жену. Я говорю: чего вы хотите лечить? Он говорит: я ничего не хочу, жена хочет. Я говорю: вы верите в этот метод? Он говорит: нет. Я говорю: а зачем пришли? Он говорит: жена хочет, я же сказал. Я говорю: ну ладно. Я ему поставил, я говорю: вот носите вот так вот. Он говорит: а ну что, вот я поверить-то смогу когда-нибудь? Я говорю: сможете? Он говорит: как? Я говорю: когда вам хуже станет, тогда поверите.
Он говорит, ну ладно. Хотя, говорит, почему не лучше? Я говорю, потому что когда лучше становится, вам кажется, что так и было. У человека хорошее настроение, легкость, он думает, это у меня легкость, причем камни. А вот когда хуже, тогда ты понимаешь, что это не от тебя пошло. И он машину сел, едет, а ему специально неправильно поставил. Машина едет, говорит, слушай, у меня глаза в кучу. Это что, от камней? Я говорю, да. А как сделать, чтобы не в кучу? Я говорю, вот так поставить. Он говорит, фу, поверил. Вот это мужчина, у него так психика работает. Поэтому все по-разному. Мужчины и женщины разные. И вы женщина, вам надо все полностью всосать знания, все его понять, прочувствовать, и потом преподавать уже. По-другому не получится никак. И в отношениях с мужем и с... Вы хотите все узнать сразу от меня? Даже в окружении, как себя не обесценить, когда идешь к миру, к конфликту? Это очень важно. Вот ваш вопрос прямо напрямую с лекцией связан. Давайте об этом поговорим. Вот ты когда к миру идешь, человек же убежден в своей правоте, и он навязывает силой свою правду тебе, силой навязывает. И ты, чтобы сохранить отношения, должен унизиться. Вот ты не против правды. А против унижения, когда человек силой навязывает, а бывает такое, силой навязывает человек тебе, то у тебя два варианта – приблизиться к человеку и унизиться. Второй вариант – не приближаться и не унижаться. Очень важно понять, что в отношениях никогда не надо унижаться. И вам надо просто научиться сначала терпеть агрессию или давление близкого человека. Потому что всегда давление означает, что человек не понимает, что за тип отношений он строит. Вот, допустим, представьте, вы пришли в какую-то фирму работать, да? Ну и вы знакомые директора. Он вам говорит... Я тебя возьму на работу, но ты будешь не как подружка, а будешь как подчиненная. Ты согласна? Я согласна. Я, конечно, подчиненная. Я же к тебе на работу прихожу. И вы, допустим, начали работать, приходите к нему в кабинет и говорите, Вась, слушай, ты там туда-сё, вот так надо, что-то мне вот это... Меня там не понимают. А рядом секретарша сидит. И он говорит, слушай, давай я с тобой поговорю потом, попозже, сейчас у нас работа. И секретарша всем говорит, блин, она там с ним как Вася, то есть она Вась-Вась с ним там вообще как бы не уважает. И начинается разлагаться коллектив, все обижены, там мы по 8 лет работали, она только пришла и уже так себя ведет, там он с ней там особые отношения какие-то строит. Она его родственница просто, но они не знают же. И... Ему приходится ее уволить или заставить вести себя правильно. Два варианта всего. Но если она начинает давление оказывать на него, говорит, нет, я вот так буду только вести, то начинается конфликт. Почему конфликт начинается? Потому что неправильные отношения. Вот слово «отношения» — это очень глубокое слово. И люди в основном, мы все дикие в этом вопросе. Мы какие хотим отношения, такие строим. Вот, например, мы даже просто и не знаем, что такое отношение любви. Вот если деловые отношения, вам как-то понятно, да, что нельзя при других людях близкие отношения с человеком строить, когда деловая среда. Должен просто уважительно спросить Василий Петрович, там, даже жена приходит, ну, президенту страны, она не должна там к нему обращаться просто, как близкий человек. Это не по этикету, нельзя. Это расхолаживает, все улыбаться начинают. Они тоже как будто близкие отношения в это с ним строят, входят, а это, ну, создает хаос. Отношения — это очень-очень серьезная вещь. И надо разобраться вообще, энергия любви, она действует в каких отношениях? Она не действует в отношениях, где люди... разбираются, кто прав, кто не прав. Это деловые отношения. Кто прав, кто не прав, это деловые отношения.
Любовь не любит никаких деловых отношений. Любовь означает, человек вообще не должен заставлять близкого человека себя понять. Вот что такое любовь? Он тебя не понимает. Вот и люби его таким, как он есть. Он тебя не понимает. Вот таким и люби. Это любовь. Вот, допустим, я могу привести пример. Вот, допустим, ребенок вас не понимает. Вы будете его заставлять понимать или будете любить, каким он есть? Если будете заставлять, он будет орать просто, потому что он не может понять. Иногда женщина кричит на ребенка: ты что, дурак, что ли? Ты что, не понимаешь, что какать в штаны нельзя, а ему год всего? Он орет, плачет, она так хватит орать. Ты должен понять, что какать нельзя в штаны. А ему год всего, он маленький, он вообще еще не понимает, что такое штаны даже толком. И не понимает, что такое какать. У него что-то там произошло и вывалилось, и все. Не знает, что такое какать. Еще. Он маленький, совсем ребенок. И она на него орет: ты че, не понимаешь? И она говорит: ты что, дурак? Да кто дурак тогда? Она или ребенок? Кто дурак? Она дурак. Она не понимает, вот, что человек развивается. У него есть свои способности, возможности понять какие-то. Теперь я делаю утверждение. Вы можете сколько угодно спорить, как хотите, это ваше дело. Но это утверждение Священного Писания. Господь сам утверждает. Любовь не любит правды. Она не любит никаких выяснений. Или ты принимаешь человека таким, как есть. Вот ты принимаешь маленького ребенка, что он не может понять, что он обкакался. Все. Он не может этого понять. Ты должна принять, иначе это не любовь. Вот если, допустим, у тебя муж что-то не понимает, прими это. Но ты должна знать, что когда это твой друг там или на работе человек, ты можешь ему объяснить, если он захочет, он поймет. Если настоящий друг будет слушать. Настоящий друг будет слушать. Не настоящий не будет. Друг может понять, на работе человек обязан понять. Там знание является основой отношений на работе. Знание. Инструкцию дали тебе должностную, прочитай, не знаешь, твои проблемы. Тебе штраф, потому что ты не изучил. Ты можешь обижаться, не обижаться, твои проблемы. Человек должен принять, там знание основы, не любовь, типа, вы что, меня не любите? Я не знала. Знала, не знала, деловые отношения. Какая разница? Прочитай инструкцию, узнаешь. Вот. Вы не расстраивайтесь, ну задели. Спасибо. Все нормально, я смотрю вот такой. У меня еще вопросы есть. Ну, хорошо, попозже. Итак, это очень важно изучить, что такое любовь. Как она действует. Как можно исправить человека, если ему ничего нельзя говорить. Кажется, ничего нельзя говорить. Потому что ты ему скажешь, он сразу на дыбы. Почему он на дыбы? Потому что он с тобой отношения любви строит, означает, что он тебя хочет, только счастье. Вот представьте, вы яблоко хотите укусить, такое красивое. Только рот открываете, она говорит: кусать меня вот так надо. Говорящее яблоко. Не, Алиса встроена, как бы, не знаю, там. Пошло ты нафиг, я буду кусать, как хочу, это мое. Я тут кушаю яблоко, я наслаждаюсь, понимаешь? Я ем, как хочу. И назло будешь кусать по-другому. Да? Да. А чем яблоко отличается от твоего мужа или твоей жены в этом плане? Чем? Да ничем. Ты взял человека, чтобы наслаждаться им, а не чтобы он тебе знания давал.
меня жена слушает лекции, слушала лекции мои до замужества. И когда она вышла замуж за меня, я ей говорю, вот женщине вот так надо себя вести. Она говорит, слушай, читать лекции будешь слушателем. Я такой, опаньки, как бы. Я-то думал, теперь она слушала лекции, она теперь меня понимать будет теперь. Нет. Отношения поменялись. Была слушательница лекции, одни отношения. Замуж вышла, другие отношения. Все, она не хочет никаких знаний от меня. Любви она хочет. Она вышла замуж, чтобы ее любили. Не чтобы ей читали лекции. На лекциях, пожалуйста, читай. Но не мне уже. Все. А? Минус один слушатель. Ну нет, она приходит иногда послушать. Она сидит, внимательно смотрит, правильно я говорю или нет. Чтобы я не вставлял слова какие-то некрасивые. Она так очень внимательно. Волнуется, сидит, слушает, волнуется. Я говорю, тебе лекция понравилась? Она говорит, да, понравилась, ничего плохого не сказал. Че, о чем говорил, не важно. Важно, чтобы все нормально. То есть у нее своя функция. Она заботится о репутации мужа. То есть она уже не слушательница лекции, она у нее есть функция жены уже. Это другая совсем функция. Она отличается. И надо признать, что вот это факт. Не будет она слушать твои лекции, твоя жена. Нет пророка в своем отечестве. Иисус Христос приехал в Назарет и в свою синагогу родную пришел, где он учился в детстве. И он там начал проповедь читать и прямо сказал, что он пророк. И они там все обалдели. Они начали его чуть ли не убить хотели вообще за эти слова. Но он сказал правду. Вот представьте, я прихожу и говорю, я Олег Геннадьевич Торсунов. И говорю, да ладно. Ну, Иисус Христос пророк. Он пришел. Говорит, я пророк. Тот, который вот предсказан в Священных Писаниях, я вот как человек и есть. И они его чуть не убили там. Потому что у них нет с ним отношения знания. У них отношение любви. Он для них сын, для родственников там друг, для наставника ученик. То есть он всегда учеником останется, он не может быть пророком. Он учился у него, был учеником, как он пророк. Остальные родственники стоят, он для них там родственник близкий. Они вместе там бегали, там игрались где-то. А теперь пророк. Какой пророк? 3 часа ночи. Другие отношения, близкие отношения, понимаете? Нет пророка в своем отечестве. Невозможно поверить. Это надо очень разумным человеком быть, чтобы принять близкого человека пророка. У меня мама самая последняя поверила, что я могу лечить. У нее уже все родственники, все близкие подружки вылечились. У нее был бронхит. И она никому, уже никто ей не помогает. Она им говорит, слушай, куда еще пойти? Они говорят, так иди к своему сыну, он тебя быстро вылечит. Она пришла, села в очередь. Я выхожу, кто следует, смотрю, мама сидит, говорю, заходите вы. Они говорят, она без очереди. Я говорю, это мама. Они, ну ладно. Я вылечил, она поверила. Но так никакую не верила. Близкие отношения другие совсем. В нем нет знания. Есть любовь просто. Для матери сын — это сын. Она его на руках таскала, там, соску давала там, и так далее. Ну, сын. Она не может. Сейчас моя мама слушает лекции постоянно. Каждую лекцию слушает внимательно. Если я что-то рассказываю про детство, она говорит, ты вот там не так сказал. Было вот так вот конкретно. Следиться тоже за мной, чтобы я все нормально там читал. Вот. Поэтому с близкими людьми нельзя ничего доказывать. Они никогда не примут, потому что они наслаждаться тобой, с тобой пришли.
Они как яблочко хотят тебя кушать, любить тебя, хотят кушать тебя. Давайте разбирайтесь быстренько. То... Что такое? Это не ваше место, да, девушка? Что случилось? Там кто-то другой придет? А, я понял. Девушка хотела поближе сесть. Вы можете вот на этот стульчик сесть, вот рядом с камерой. Хотите? Сюда. Вот есть там место, вот еще вон. Вон там еще место есть, вон, куда можете сесть. Ну, поближе хочет, ну что делать, ну девушка же. Но так, знаете, у женщин желания не заканчиваются. То мужчина, он может забыть свои желания. Возьмите на мандаринку, женщина, девушка. Мандаринку. Осторожно, камеру не заденьте. Благодарю. Вот. Когда человек начинает отстаивать свои права, то есть энергия в знание входит в отношения, начинается конфликт сразу. Почему конфликт? Потому что энергия любви начинает течь хуже. Она замедляется. Ее, она не может течь, когда энергия знания включается. Мы начинаем что-то отстаивать свои права, доказывать близкому человеку. Сразу же возникает протест в сердце. Потому что любовь означает, я счастье испытываю с близким человеком. Я не хочу от него знания получать, чтобы он от меня что-то требовал. Я хочу, чтобы он мне дарил счастье. Все. Если он мне не хочет счастья дарить, я обижаюсь. Он от меня требует, я обижаюсь. Потому что это не любовь, это уже производственный процесс какой-то. И если вы начинаете настаивать на чем-то, вот вас близкий человек не понимает, вас бесит это, начинает кровь кипеть в жилах. Надо принять его таким, какой он есть. Если вы хотите его изменить, это возможно. Но там есть стадии. Первая стадия — принять таким, какой есть. Потому что он олицетворяет твою судьбу. Вы будете спорить с палачом? Почему ты меня казнишь не по инструкции? Он говорит, казню как могу. Смешно даже, да? Ну а близкий человек выступает как палач. Он тебя казнит. Потому что ты грешил в прошлой жизни. И сейчас пришло время получать через близких людей, врагами твоими станут близкие, когда семья создается. Они будут тебя казнить и миловать, и будут счастье тебе дарить, и страдания. Если они страдания дарят, ты бунтуешь такой. Я не согласен. Согласен, не согласен, ничего не сделаешь. Как есть, так есть. Ну, подарите ему весь мир. Он бывший. Он там вам что-то говорит, а вы как бы не реагируете. Что он бывший, все. У вас есть настоящий? А? Нет. Ну, скажите ему, у меня есть другой мужчина. Он мне наставление дает. Они расходятся с твоими. И все, он отвалится сразу, станет. Или наоборот вернется. У меня была ситуация, муж бросил жену и ушел к другой. Она стала самодостаточной, стала счастливой. Он говорит, что ты постоянно улыбаешься? Она говорит, а ты что улыбаешься? Вот у тебя счастье есть же, да? Он говорит, да, я поэтому улыбаюсь. Она говорит, а я тоже улыбаюсь, потому что у меня есть счастье. Он говорит, что у тебя есть другой? Она просто начала молиться. И она говорит, да, у меня есть другой, имея в виду Бога. Он говорит, ты что, он классный? Он говорит, конечно, он совершенство, само совершенство вообще. Она с ним шутила так. А он верил, потому что она правда счастлива. Он думает, откуда она может быть счастливой? И в результате он вернулся назад. Бросил любовницу к жене, чтобы не дать другому. Это моя жена. А? Чего не хочу? Вы не хотите, да? Ну скажите, у меня есть человек, которого я слушаюсь, что ты мне командуешь? У меня другой есть. То есть проблема-то не в нем, а в вас.
вы подчиняетесь, продолжаете подчиняться этому человеку. Есть два варианта. Если вы подчиняетесь, значит, вы хотите вернуться. А если не хотите, значит, тогда скажите, есть другой. А если не можете сказать, что есть другой, значит, все-таки хотите, чтобы вернуться. Просто обижаетесь на него. Просто ребенок общий за это. Хорошая, останетесь одна. Если он будет вас контролировать, вот вам советы давать, так мужчина контролирует. Женщина не может никого себе найти. Она уже находится под контролем, все. Ее энергия никогда на поиск не пойдет. Она, вы не найдете никого, будете одна. Вторая нелюбимая жена будет. Не хотите? Тогда перестаньте зависеть от мужчины. Зависите от Бога. Учитесь Ему радоваться, молиться, любить Его. Видите, у вас экзамен сейчас, вы его сдаете. Итак, энергия любви. Вы, допустим, ну давайте идеальную картину возьмем. Вы, допустим, приняли человека, он, допустим, грубо себя ведет. Меня спросили, грубо ведет, унижает. Вы приняли его, он унижает, вы приняли его. Почему приняли? Потому что он тратит вашу энергию, а вы ее получаете от природы, от друзей, от подружек и от Бога. Вы восстанавливаете, вы сильнее стали. Вы можете терпеть его грубость. Надо научиться это. По-доброму к нему относиться. Ну, есть всякая грубость, например, есть оскорбления такие. Да ты дура там, еще хуже как. Это уже предательство. В это время надо, ну не такое сильное, надо отдалиться и вообще неделю не разговаривать и сказать, если еще раз обзовешь, то будем жить отдельно. Все. Очень строго, спокойно, по-доброму. Все. На другой берег любви выходить сразу, когда оскорбление. По-доброму грубость приняли и объясняете им. Говорите, когда приняли, потом дальше идет воспитание уже. Воспитание очень доброе. Вы говорите, со мной нельзя так разговаривать. Ну, лучше по-доброму. Ты хочешь, чтобы я что-то поняла, только по-доброму. И он не поймет однозначно сразу, скажет, да я по-доброму. Все, дальше опять чуть-чуть дистанция, опять прощать и опять по-доброму говорить. Если вы повышаете тон, энергия любви перестает течь, начинает скандал. То есть вы разрушаете любовь. Если вы думаете, что скандал не мешает любви, вы ошибаетесь. Он, каждый скандал разрушает вашу семью, каждый новый. И какой-то, на каком-то скандале вы разойдетесь, как в море корабли, любовь закончится. Вы оскорбляете Бога скандалами. Но конфликт неизбежен. Конфликт означает развитие. Разделите конфликт и скандал. В конфликте надо прощать, терпеть, по-доброму относиться, дистанцию делать, пообъяснять человеку. Это конфликт. Он развивает людей. Он дает возможность глубже понять друг друга. Конфликт. Но скандал означает разрушение. Итак, любовь, она не терпит никакого знания. Ты можешь с любовью, любовь это как трубочка, через которую знание передается. Ты можешь с любовью по-доброму говорить человеку, когда он поймет, не сразу. Потому что любовь, она как счастье приносит, так и отравляет человека. Вот когда ты любишь человека, ты от него знания уже не можешь перенимать все. В этом отрава любви заключается. Это называется близкие отношения. Вот допустим, школьный учитель, допустим, молодой парень, закончил институт, там ему, допустим, 23 года, он пришел в школу в старшие классы преподавать. И женатый человек, и девушка, допустим, ей 16 лет, молодая девушка, она влюбилась в этого преподавателя, он молодой парень. Ну, там разница, сколько получается, 6 лет, это небольшая разница, для мужчин и женщин небольшая разница. И она его относится к нему как к своему мужу уже, влюбилась все. Он, допустим, вызывает ее, он вызывает ее к доске. Идите, пожалуйста, расскажите там таблицу Пифагора. Она такая, такая встает, ей обидно.
Она идет, ей очень плохо, обидно. И она знает эту таблицу, но рассказать не может. Она стоит, смотрит на него. И потом вообще страдает месяц такая. Зачем он вообще меня вызвал? Как он со мной разговаривал? Зачем он меня спрашивал? Он просто выполнял свои обязанности вообще-то. Но она уже построила с ним другие отношения. Начались близкие отношения. До свидания, таблица Пифагора. До свидания, учитель вообще. Все это до свидания. Она будет с ним обижаться, капризничать, топать ногами, вот так отворачиваться, когда он на нее смотрит. Почему она так себя ведет? Потому что любовь не терпит никакого образования, никакого знания. Все, познание, процесс закончился. Она влюбилась в преподавателя, значит, это ее близкий человек. Она считает его таким, все. Она поменяла с ним отношения. А он ее обучать уже не сможет, эту девушку. Ей надо или переводиться в другой класс, или перестать его любить. Но это очень сложно, перестать любить. Поэтому даже когда муж с женой расстались, они не могут быть ни друзьями, ни знакомыми, ни кем, только чужими людьми. Потому что как только они сближаются, начинается любовь с двумя знаками. Она всегда имеет два берега. Или со знаком минус означает ненависть, или со знаком плюс означает привязанность, а там уже другая семья, ты уже разрушаешь эту семью. В общем, полный бардак начинается. Поэтому с теми, с кем расстался, чистая светлая память, и как бы все. Светлая память означает прощай. А если ребенок общий? Все равно через светлую память пришел к ребенку, все. Я как бы далеко, люди далеко друг от друга. По-доброму. Мальчику можно давать знания только через практику. Он слова вообще не понимает. Ты ему говоришь, кушай правильно, бесполезно. Надо, чтобы он обляпался и сказать, вот иди постирай все, а потом будем кушать дальше. Он говорит, мама, я хочу кушать. Ну тогда не марай, ничего. Ему надо совершить поступок и за него ответить, тогда мальчик развивается. Но женщине очень трудно учить мальчиков, поэтому лучше пусть отец учит. Он должен дать ему обляпаться, а потом его выучить. Если женщина видит, что мальчик неправильно сидит, она должна отцу сказать, мужу, разберись с ним, вот он вот так вот. Я не могу, я женщина. А с девочкой надо, вот она, допустим, капризничает, допустим, все время по-своему хочет, ведет себя нехорошо, нехорошо ведет себя. А вы с ней все равно ведите себя хорошо. Глотайте эти капризы все. И вот если вы сможете, несмотря на ее капризы, сохранить с ней добрый, ласковый тон, в ней включается разум. И она начинает осознавать, чего от нее хотят. Есть дети лидерских качеств через долгое время. А есть не лидеры быстро. Ну, то есть цена лидерского ребенка, чтобы его учить, это очень много терпений. А? У Бога очень много есть всего. Если ты молишься, ты получаешь столько терпения, сколько человека не может. Каждый день по-доброму с ней. И если каждый день она мстит. Женщины еще, они знаете, у нее в характере есть такое, что она утверждает в отношениях свою силу. Вот, допустим, любая девочка, женщина, она в отношениях диктатор. Женщина, допустим, там, она не диктатор на работе, она там подчиняется, все делает, как ей говорят. Но когда начинается личная жизнь, она становится диктатором, любая женщина. Она никогда не простит, что к ней плохо отнеслись. Пока ты не поменяешь отношения, уже не раскаешься, она будет тебе мстить, мстить, мстить своим поведением. И у женщины даже, знаете, есть такое ужасное свойство, она готова даже убить себя, разрушить отношения, все разрушить, лишь бы не поддаться насилию в отношениях.
То есть она никогда не согласится с насилием в отношениях, даже ценой разрушения своей собственной жизни. Не то, что там отношения. Поэтому с ней можно только ласково, только нежно, даже если она сама себя ведет капризно, все равно с ней надо ласково, нежно, и тогда она начинает понимать, что она неправильно себя ведет. Только когда ты цену платишь. Поэтому всегда вспоминайте историю, которую я сейчас расскажу, про льва и львицу. Я рассказывал, наверное, вам уже. Нет, это на прошлый заезд, может быть, приезд. Эту я еще не рассказывал. А, нет, это другая история. Лев и львица сидят вместе и смотрят вперед просто. И львица поворачивается, говорит, ну что, извиняться будешь льву? Он говорит, буду, мне надо собраться с силами. Сидят дальше. И она говорит, ну что, ты собрался с силами, извиняться будешь? Он говорит, собрался. Ну извиняйся. Он поворачивается, говорит, прости меня, дорогая, что ты меня укусила. Это очень мудрая правда жизни, запомните. Очень мудрая правда жизни. Но она именно так работает, эта правда. И есть еще, как бы здесь, к этой правде добавляется, знаете, как есть инструкция, а есть сноска такая. И вот сноска там, это простой еврейский анекдот. У женщины есть три стадии заболевания. Первая – больна, вторая – очень больна, третья – вдова. То есть он уже сдох, она все больна. Потому что если она больна, она будет мозг выносить мужу.